Теперь пешеходу о его правах и обязанностях будут напоминать информационные таблички на переходах. Сделано это для безопасности всех участников движения и в первую очередь для пешеходов. Таблички повешены с целью обезопасить пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, для того, чтобы им напомнить правила дорожного движения, что они должны делать при переходе проезжей части с интенсивным движением автомобильного транспорта. Ну и как напоминание открыть правила дорожного движения, почитать пункт правил 4.5 правил дорожного движения, изучить его, и чтобы в жизни пользовались этим пунктом правил. На нерегулируемых пешеходных переходах таблички будут, скорее всего, висеть везде.